это соглашение о партнерстве будет действовать уже второй год. Ну и до этого у нас был целый ряд проектов совместно с клубом, направленных на развитие и популяризацию хоккея. Еще могу сказать, что группа страховых компаний «Югория» не просто так выбрала команду «Мамонты Югры». Мы очень верим в команду, это уникальная команда, которая на протяжении многих лет показывает очень достойные результаты. Много воспитанников команды играет на самом высоком уровне. Кто-то даже попадает в сборную команду России, кто-то играет в ведущих клубах КХЛ. Ну и команда «Мамонты Югры» многие годы играет на ведущих позициях молодежной хоккейной лиги, занимала даже третье место, в прошлом году вышла на стадию плей-офф. Кстати, у команды дела пошли гораздо лучше, как раз-таки после подписания нашего первого соглашения. Поэтому мы посчитали, что это будет хорошая поддержка для команды в этом году с самого начала сезона. Но в целом, конечно, мы готовим для болельщиков разные сюрпризы положительные. Будем проводить розыгрыш призов вместе с клубом, с хоккейным клубом «Югра», с болельщиками. Будем реализовывать социальные проекты. Мы верим в команду. В прошлом сезоне почти 25 тысяч человек посетили домашние матчи команды «Мамонты Югры». И каждый год это количество болельщиков растет. Надеемся, что в следующем сезоне их будет еще больше. Я считаю, что хоккейный клуб «Югра» чувствует поддержку не только от правительства «Югры», не только от наших болельщиков, но и от представителей бизнеса, общества. Ну, в данном случае это компания, группа компании «Югория». Мы давно с ней сотрудничаем, так, и с каждым годом все, так сказать, плотнее, да, и, наверное, сотрудничество это расширяется, и надеюсь, что дальше оно будет продолжаться и усиливаться именно в обе стороны, как говорится, да, потому что на самом деле это хороший момент, и «Мамонты Югры» у нас достаточно давно зарекомендовали себя очень хорошо с точки зрения своих результатов в молодежной хоккейной лиге, и, как уже было сказано, наши воспитанники, воспитанники хоккейной школы «Югра» и в дальнейшем игроки «Мамонтова», да, они уже проходят и в другие команды, и в нашу основную команду, и много-много других команд. Поэтому я уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться и развиваться. Желаю успехов, естественно, и нашей всеми любимой команде, и, конечно, группе компании «Югория» успехов и в бизнесе, и во всех этих начинаниях, потому что, на самом деле, запланировано на этот сезон, да, расширение, много других активностей, помимо банальной рекламы, будем говорить, да, поэтому на самом деле такой именно договор о сотрудничестве, который будет очень много различных акций для игроков и, конечно, в большей мере для болельщиков клуба.